Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемая публика. Сегодня мы пригласили вас на концерт народного артиста России, профессора Александра Цыганкова и лауреата международных конкурсов профессора Андрея Карпачева. Сегодняшний концерт пройдет в рамках Международного фестиваля искусств «Белорусская музыкальная осень». Генеральный партнер «Белвнешэкономбанк». Уважаемые зрители, позвольте в самом начале нашего концерта от имени всех артистов, которые будут выходить на эту сцену, поблагодарить вас за то, что сегодня вы пришли на наш концерт. Спасибо. Андрей Александрович Горбачев. С 2004 года заведующий кафедрой струнных инструментов Российской академии музыки имени Гнесина. С 2010 года профессор. В 1992 году Андрей Горбачев получает гран-при и специальную премию за артистизм на первом международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера». Андрей Горбачев выступал перед королевой Англии Елизаветой II, президентами России, Швейцарии, Финляндии. Богатая и разнообразна гастрольная география музыканта. Его виртуозную игру слышали в Австрии и Англии, Германии и Испании, Венгрии, Франции и Португалии, США и Японии. Андрей Горбачев регулярно проводит мастер-классы в различных регионах России и за рубежом. Буквально несколько дней назад Андрей Горбачев вернулся с большого гастрольного турне по Германии. 27 мировых премьер. Сегодня премьеры ожидают и вас, уважаемые зрители. Сегодняшний концерт пройдет в сопровождении лауреата специальной премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова Могилевской областной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Николай Алтан. Уважаемая публика, на сцене лауреат международных конкурсов профессор Андрей Горбачев. Композитор Евгений Дербенко. Концерт-монолог в трех частях. Thank you.
Thank you.
Очень важно уровень компетенции солиста, она плавающая,
будет несколько таких каденций, и именно в этой каденции главный герой борется сам с собой, потому что, вы знаете, простить не так легко в этой жизни. И каждый раз, когда он не может простить, появляется несползающий вниз хвоста аккорд. И в музыке Брунера эти аккорды означают сползание в ад, опускается чуть душа нижней силы. И только после драматической середины, когда герой прощает, и его душа начинает подниматься на ноги. Получается восходящее, очень много восходящего движения в оркестровой партии, в оркестровой или в партии солиста. На юбилейной светлой музыке была написана в очень драматическое время для композитора, у него была очень серьезная личная драма, личная трагедия в этот момент. И вот это отражение отразилось в этом сочинении. Время прощать.
композитор Ясуо Кувахара, Карина, аранжировка Владимира Щерба, солисты, лауреаты международных конкурсов Наталья Корсак, мандолина, и Николай Морецкий, мандола.
композитор Фролов. Концертная фантазия на темы из оперы Гершвина «Порки и Бес». Солист, лауреат международных конкурсов Андрей Горбачев.
сына областной программы, который исполняет хорошего родителя и главный дирижер Николай Алданов. Уважаемые зрители, в нашей концертной программе «Антракт. 20 минут».